Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Некоторые люди и не подозревают, что вещи, которые нас окружают, могут принести в дом ссоры, неудачи, болезни и даже смерть. Считается, что предметы обладают своей энергетикой, которая влияет на нас и атмосферу дома. Каждая вещь в доме оказывает свое влияние на наше здоровье и настроение. Часто предметы, которые истощают энергию, вызывают негативные эмоции, что является главным сигналом к их удалению. Другие предметы, напротив, привлекают внимание и создают спокойную атмосферу. Возникает желание расслабиться или, наоборот, вызывают прилив активности. Сегодня, в данном видео, я хочу поделиться информацией о вещах-вампирах в доме, которые несут негатив. Эти предметы являются скоплениями отрицательной энергии и способны разрушить энергетическое поле человека. От них необходимо избавляться, чтобы избежать неприятных последствий. А если вы хотите узнать о вещах, которые несут позитив и могут улучшить качество жизни, то перейдите к просмотру следующего видео. Сухие, увядшие, искусственные растения. В народных приметах существует убеждение, что в доме не следует хранить безжизненные предметы. Искусственные цветы, ракушки и чучела животных. Все это должно быть исключено из вашего дома, ведь все, что лишилось жизни, несет с собой негативную энергию, которая точно не нужна в вашем уютном уголке. Если вы стремитесь украсить свое жилище, рекомендуется приобрести элегантную вазу и украсить ее свежими живыми букетами или заботиться о зеленых комнатных растениях. В соответствии с народными приметами, сухие цветы, как мертвые предметы, могут принести с собой неудачу. Позвольте в вашем доме расцвести живой и вдохновляющей красоте. Старые ненужные вещи. Избавьтесь от старых ненужных вещей. Ненужные предметы обладают способностью привлекать и удерживать на себе энергию. Поэтому важно безжалостно избавляться от таких вещей. Производя очистку пространства, мы отправляем сигнал о нашей готовности к переменам и принятию изобилия и счастья в нашу жизнь. Конечно, есть исключения, например, редкий комод, который имеет для вас особое значение или был унаследован от любимой бабушки. Однако здесь действует одно правило, какие эмоции или воспоминания возникают у вас при взгляде на этот предмет или его использовании. Если вызываются неприятные ощущения, тогда стоит избавиться от него. Старинная мебель, несомненно, создает изысканную атмосферу и придает уют дому, но не следует держать в доме мебель, происхождение которой неизвестно или которая не была должным образом очищена. Старинная мебель сохраняет энергию своих предыдущих владельцев, поэтому очень важно очистить ее энергию с помощью сосновых иголок, соли или благовоний. Последствия неблагоприятной энергии от старой мебели весьма серьезны. В старых домах мебель долгое время стоит на одном месте, накапливая грязь и застаивая энергию, которая может стать негативной и влиять на здоровье. Дом является отражением тела и души человека. То, что находится в доме, связано с нашим будущим, желаниями и подсознанием. Однако не каждая вещь приносит нам пользу. Произведите небольшой анализ своего дома и избавьтесь от предметов, которые могут загромождать энергетику помещений. Вещи умерших людей. Очевидно, что этот аспект относится ко всем предметам, будь то фотографии, техника или одежда. Лучше всего избавиться от всего, что принадлежало человеку, которого уже нет в этом мире, путем выбрасывания или продажи. Для других людей и других домов это не несет никакого негатива. Рога, шкуры животных. Предметы, связанные с смертью или символизирующие ее, обладают разрушительной аурой. Это включает кости и черепа, рога и шкуры животных. Атрибутика, которая напоминает о смерти, также и рисованные скелеты, гробы, также не приносят ничего положительного своему владельцу. Существует поверье о том, что рога животных могут стать источником утраты близкого человека или причиной разлуки с ним. Они также связываются с возможностью вызвать болезни и душевные травмы. Статуэтки болотных птиц, ворон, галок. Чаще всего неудачи и негативные события настигают людей, у которых находятся статуэтки определенных птиц, таких как вороны, галки и болотные птицы. Эти птицы, в особенности вороны и галки, имеют долгую историю, связанную с мистикой и предрасположенностью к несчастью.
Их символика часто ассоциируется с смертью, печалью и бедствием. Статуэтки этих птиц, когда находятся в доме, создают особое энергетическое поле, которое пронизывает окружающую обстановку. Они могут стать своего рода проклятием, которое приносит неприятности и неудачи в жизни судьбу хозяев. Поэтому, если у вас имеются статуэтки ворон, галок или болотных птиц, стоит обратить внимание на их влияние на вашу жизнь и, возможно, рассмотреть возможность избавиться от них. Замените их на другие декоративные элементы, которые привносят позитивную энергию и способствуют благополучию. Фигурки львов и собак, сидящих на задних лапах с открытой пастью, притягивают негатив и влияют на интуитивные способности. Эти фигурки становятся порталами для негативного воздействия и могут отрицательно влиять на интуицию человека и нарушать свободу восприятия. Если вы обнаружили подобные фигурки в своем доме, замените их другими декоративными элементами. Сломанные часы. Если в вашем доме есть сломанные настенные или наручные часы, настоятельно рекомендуется либо отнести их к мастеру на ремонт, либо немедленно избавиться от них. Оставлять сломанные предметы в доме – самый нежелательный вариант. В случае, если восстановление невозможно, рекомендуется приобрести новые часы. Хранение сломанных вещей считается плохим знаком, который мешает свободному потоку позитивной энергии. Все, что сломано и не работает, несет с собой отрицательную энергетику, и когда она начинает преобладать, ожидайте появления проблем. Кроме того, есть несколько народных примет, связанных с часами. Никогда не переводите стрелки часов назад, такое действие может привести к неудачам. Если вы случайно разбили циферблат часов, будьте готовы к наступлению неприятностей в вашей жизни. Если часы отстают, это может быть знаком, что вы слишком медлительны в своих действиях и вам следует ускориться, чтобы не упустить возможности, которые предлагает жизнь. Остановка стрелок также считается плохой приметой, указывающей на то, что вы неэффективно распоряжаетесь своим временем. Сломанная техника, электроника. Многие люди хранят поломанную электронику, будь то мобильные телефоны с разбитым экраном или совсем неисправные гаджеты. Однако накопление таких предметов не рекомендуется. Особую осторожность стоит проявлять к телевизорам, которые некоторые биоэнергетики называют энергетическими порталами. Внутри электроники циркулирует негативная энергия, которая остается запертой, пока устройство функционирует. Однако, когда телефон, телевизор, планшет или радио перестают работать, происходит блокировка энергии. Накопленный негатив начинает высвобождаться во внешний мир. Оставленный нож на столе на ночь. Оставленный на столе на ночь нож притягивает негативную энергию и щедро делится ей с хозяевами дома. Ножи накапливают темную энергетику и притягивают недоброжелателей, которые, питаясь этой энергией, задерживаются в доме, нарушая сон, покой и уют его обитателей. Такую же опасность представляют ножи с обломанными или поврежденными лезвиями. Не следует пытаться их восстановить, а лучше укромно закопать в землю, чтобы избежать потенциальных неприятностей. Старый веник. Если вы готовитесь переехать в новый дом, существует поверье, что не стоит брать с собой старый веник или метлу, которыми пользовались в предыдущей квартире. Согласно народным приметам, старый веник уносит с собой удачу, а также может являться переносчиком энергетической и физической грязи и вредителей старой жизни в новую. Поэтому для вашей новой квартиры настоятельно рекомендуется приобрести новую щетку для подметания, чтобы начать с чистого листа и создать благоприятную атмосферу. Старый календарь. Прошлое должно оставаться в прошлом, и его нельзя задерживать. Это относится не только к календарям за прошлые годы, но даже к неперевернутой страничке с прошлого месяца или дня недели, которая может принести неудачу. Важно освободиться от старых времен и открыться новым возможностям и переменам. Красные и белые цветы в одной вазе. Согласно народным приметам, сочетание красных и белых цветов в одной вазе относится к неблагоприятным знакам. Верования гласят, что это сочетание символизирует неизбежный и скорый конец жизни. Для того, чтобы сохранить свои жизненные силы и оберегать себя, рекомендуется создавать букеты из цветов одного оттенка или использовать композиции с разнообразными оттенками. Картины с сценами катастроф не должны быть в вашем доме.
Ваш дом должен быть убежищем спокойствия и гармонии, поэтому стоит избегать хранения картин и фотографий, на которых изображены кораблекрушения и битвы. Эти изображения несут с собой энергию разрушения и могут привлечь страдания в вашу семью. Для создания благоприятной атмосферы лучше выбирать произведения искусства, которые вдохновляют и приносят радость. Помните, что визуальные образы имеют сильное влияние на наше подсознание, поэтому оставьте место только для положительных и вдохновляющих сцен в вашем доме. Открытый зонт в помещении. После прогулки под дождем мы часто оставляем раскрытый зонт в прихожей, чтобы он высох, но оказывается, народные приметы связывают открытый зонт с несчастьем. Это суеверие имеет древние корни, уходящие в египетскую и скандинавскую историю. Многие верят, что хранение открытого зонта в доме может привлечь негативные события и неприятности. Кресло-качалка. Согласно ирландским легендам, пустое кресло-качалка является приглашением для злых духов в ваш дом. Если вы заметите, что оно начинает качаться само по себе, будьте начеку. Верят, что это предвестник появления злых духов и приближения смерти. Незаправленная постель. Неубранная кровать имеет двоякое воздействие на вашу жизнь. С одной стороны, она лишает вас возможности насладиться сладким и освежающим сном. С другой стороны, это также является проявлением беспорядка, который служит носителем негативной энергии, способной привлечь несчастье и разрушение в вашу жизнь. Поэтому станьте последовательными в этом утреннем ритуале и создайте гармонию и удачу в своей жизни, начиная с заправленной кровати. Заправлять постель каждое утро становится не только хорошей привычкой, но и оберегает вас от плохой приметы. Зеркало в спальне. В спальне может находиться зеркало, которое вы любите использовать для макияжа или прически, однако стоит помнить, что зеркало в спальне несет с собой некоторые суеверные смыслы. Особенно нежелательно, когда вы видите свое отражение, находясь в кровати. Считается, что это может стать порталом, через который злые духи могут проникнуть в ваш дом. Если невозможно обойтись без зеркала в спальне, рекомендуется разместить его на одной стороне комнаты, но не напротив кровати. Важно, чтобы в зеркале не было прямого вида на кровать, так как это может привести к изменам в отношениях между супругами и нарушению покоя во время сна. Кроме того, стоит избегать установки зеркала напротив входной двери в квартиру или дом. Если зеркало разбилось или треснуло, рекомендуется немедленно избавиться от него. Никогда не смотрите в разбитое зеркало и не храните его в вашем доме, даже если оно является ценным подарком. Взгляд в потемневшее или поврежденное зеркало может предвещать большие неприятности. В случае разбития зеркала необходимо накрыть его тряпкой, чтобы не видеть свое отражение в осколках, поместить в непрозрачный пакет и немедленно выбросить. Важно не делиться этим событием с другими. Также стоит избегать использования газет для очистки зеркальных поверхностей, так как это может привести к конфликтам. Держать зеркала в пыльном и грязном состоянии также может привести к неприятностям. Растения с иголками. Кактусы могут быть очаровательными растениями, которые легко выращивать. Однако стоит помнить, что любые колючие растения могут изменять энергетику в доме и вызывать негативные последствия, такие как конфликты, ссоры и даже серьезные семейные разногласия. Пустые бутылки и макулатура. Пустые бутылки и макулатура могут стать серьезными проводниками негативной энергии. Они притягивают эту энергию к себе и становятся ее магнитом. Бумага и стекло являются особенно небезопасными материалами. Старые журналы и газеты, которые накапливают пыль и захламляют пространство, являются вредными спутниками в вашей жизни. Даже в сарае они не должны находиться, не говоря уже о местах, где вы спите, едите и отдыхаете. Сомнительные подарки. Подарки сомнительного происхождения могут нести разрушительную энергию. Поэтому стоит быть осторожными с принятием неожиданных подарков от людей, которые не проявляют к вам симпатии. Если вам подарили что-то, но этот человек вызывает только негативные чувства, то такой подарок обязательно будет вампиром, высасывающим энергию из вас и ваших близких, пока вы не избавитесь от него. Продайте его, передарите. Сделайте все, чтобы убрать его из вашего дома. Это очень опасно,
так как вы ставите себя под угрозу. Такие предметы лишают людей удачи, хорошего настроения и даже здоровья. Возможно, такой подарок будет действовать, как проклятие или сглаз. Важно осознавать, как каждый предмет влияет на нас и нашу жизнь, и быть внимательными к энергии, которую они несут с собой. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Я впускаю успех в свою жизнь. Да будет так.